Вера Оськина, бывший советник губернатора по социальным вопросам, стала депутатом законодательного собрания края. Напомню, в РИО главы региона Виктор Толоконский 30 мая Оськину уволил. И вот накануне ей вручили мандат народного избранника. Она заняла место единоросса Валерия Семенова, которого краевые парламентарии отправили в Москву в Совет Федерации представлять наш регион. В краевом парламенте Вера Оськина, как она сама рассказала, будет заниматься знакомой себе темой – социальными вопросами. Ну а я добавлю, что Оськина уже была депутатом Заксобрания в 2001 году, потом стала депутатом уже Государственной Думы, а после появилась на месте советника губернатора Красноярского края. Теперь снова депутат. Вот такие перестановки. Социальные поддержки участникам программы по переселению.